сказал. Так. Потому что говорю, может, талант, типа, это, качать, ну, типа, у меня 12% меткости, может, талант поставить на уровень насекомых. Он говорит, так он меткости не дает. Я, блядь, Поставь патч, читаю, он пожалуйста, у кого уровень есть. не дает. Поставь Да. талант на рейнджу смерча, блядь. Плюс 30, нахуй. Чтобы можно Я, было, знаешь, блядь. я новый персов качиваю, Талант я нет. им, короче, качаюсь. Я не читаю, я просто талант там примерно там прочитал. О, дамаг дает, да, там вкачал, чтобы трэш бить быстрее. И вот качаюсь до 80-го, да, там, условно говоря. И вообще похуй, что там ветки таланта. Но как только ты 80-й апнул, там буквально, сразу приходишь, делаешь двойную специализацию, и начинаешь, блядь, читать каждую кнопку, что она дает, и начинаешь уже ветку раскидывать. То есть у тебя нет Но такого кто-то привычки? спустя год только начинает читать. Ну, видишь, Нету ну, такого видишь, символа. Ой. синтек Так. Я знаю, что нету, блядь. Блин. И Это был вопрос. сарказм, синтек, сарказм. По патчу вопрос. Нужно заходить в безопасность, система, и там изменять, да, чтение и запись. Ну вот мне Ничего не челики менять не сказали надо. нихуя не менять. Просто закинь и все, потом лучше обновишь. Просто Но у меня не работает. закидываешь? Нет, у меня не работает. У меня раньше работало, сейчас нет. Значит, у тебя какая-то залупа, нахуй. Поебень какая-то, блядь. Вот Охуенно. закидываешь, и надо заходить через рун Ексе. Ты через что Да, заходишь? через ран. Только надо выключить перед этим этот Слушай, ну а ранч. куда ты закидываешь? Может, ты не туда закидываешь, блядь? Ну я же вообще долбоёб, блядь. Не, ну так Я, раз... блядь, в доту Но мы об закидываю, этом и вот. говорим. Так ты заходи в доту тогда, а не в вов, чтобы это Чтобы работало. духи зеленые были. Ну, Там, охуенно. да, там у Надо тебя будет дух закидывать зеленый. в дата ру-ру. То есть в Там папке это дата. будет. И ру-ру. Ру-ру. Вот она, Ру-ру. патч, ру-ру, икс, блядь. Икс, нахуй. Это, товарищ, Бонни Скачай еще Ренессанс. раз. Скачай еще раз этот файл ебаный. Может, он у тебя не Инканите, тот. где он есть? Скиньте ему. Может, у него хуёвый этот патч, блядь. Ой, Леха, вы прото раздавал, да? да, Чё, я блядь? прото. Мне в комнате Да в я хуй итоге. знаю в ком, не знаю, нахуй. Решай. Холи прист, иди в ком тебе идти. Холи прист, ДЦ. В сове. Иди в сове. Нет, совы у меня нету, кстати, у меня есть аирдроп. Иди в аирдроп. А чё мы Иди туда в нафиг аирдроп. идем? У нас есть жесткий аирдроп, который и законтролит, и захилит. То есть, ну, Вообще там... заебись. Нахуй я вообще на ДКшника зашел. Зачем? Бля, лес патчей. Киньте кто-нибудь один патч, пожалуйста. Не, давайте я пойду. Не знаю, в шип я могу пойти, если хочешь. Знаком, Не, Брест на этом Друиде. персе у тебя шипа. Да, у меня три спека все. Ну да, Да, можно, Брестер можно, в Друиде. принципе. Да, У меня заебись. даже 4 спека. Ну, здесь не надо 5 хилов, тут нихер хилить. Давай Ну в так-то Вестер все Друиде. правильно, да. Ну ты и сиди в шипе тогда. Спасибо, Ваня. О, Дрим Баток, нахуй, и все, давайте тратить. Я Уливай. на Вестер Друида вообще. Ты же видел мою вордружку. Ну, он же нормальный, че, или нет? У меня все нормальные. Я не Могу на помню, мага блядь. зайти, кстати. Да, Да это сиди на неизменная ШП, звезда. блядь. ШП Нужен Вестер заебись. Друид. Не ебите Мне, меня, ушки. блядь, я полюбила и дала. Не беси. Ну, какие у вас, блядь, стихотворения. Что у нас? Что там, все Стихотворения. релогаются, типа, включают патч, блядь? А, после Наверное. Там, обновления кстати, же, да, он РС-ку слетает. обновили. Да-да-да. РС-ку понерфили. Че, мы будем ходить Все, здесь? сейчас в РС-ку пойдем, леди, Да. убьем, нахуй, в РС-ку пойдем, нахуй. Вот как только в этом, Да, блядь, на только сайте планерка не появится завтра. хотя бы Да. first kill, блядь, первый, ну, тогда еще есть смысл, типа, пока, ну, типа, люди, вон там, сколько висит, там, только этих боссов-миников Когда почистили first и... kill сделают, там уже нет смысла туда ходить. Ну, сегодня сделают ФК, блядь, значит, уже не будем В смысле, ходить. так там же три ненормальные, нет? Нахуй Сегодня надо, не Трина, ты сделают чё, ФК. блядь? С магазина купишь, блядь. Но... Ну, чё Идите зря. выпейте сначала в рыску, они собрались, блядь, раки. Что-то мне уже дезмораль какая-то пошла. Чё-то, Все, по-моему... короче. По-моему, Это уже вообще пиздец. когда так говоришь, челики уже начинают задуматься, блядь, мураки, нихуя себе, надо что-то делать, блядь. Да, надо что-то делать, А, я же расходимся. токсик, вот еще. Раков охота. Не, ну Давайте из первого края вайпнемся. если ты не хлопнешь ни одного духа в течение года и вообще везде идеально будешь отыгрывать, везде будешь топом, то тогда это будет, ну, воодушевлять людей на то, что, ну, нихуя себе, топ-игрок им говорит, что они раки, значит, надо стремиться к его уровню. Ой, не, не надо. То есть, Надо. а вы, правда, уже на том КД, блядь, всех духов взорвали, да? Так что... Обычно топ-игроки говорят, что можно сделать по-другому, они говорят, что ты рак. Нет, топ-игроки сначала говорят, что ты рак, а потом уже говорят, что можно сделать по-другому.
Не, я просто так себе подолчнилась, все нормально. А как подолвал? Да вообще обычно топ-игроки приходят на леди. А чего вы не тыкаете нихуя? Ну, хули вы стоите? Вот я тыкаю на сумон, блядь. По третьему кругу всех рассумонили. Только подушечку не рассумонили. У нее сумон идет. Нельзя понимать. Ну, он зубра отказывается, а он дальше стоит. Только рарника нету тут и все. Да ебать его, рот, блядь. Ритона тоже нету, имен нету. Беду. Не, это в рейде в данный момент тут, не присумонен. Вы реально не маловато РДД? Да нормально. А, сейчас еще трэш начнет резаться. А во сколько его убили вчера? А примерно к 9. Без 5 где-то. Без 10. Ну, на пару траев время есть. Угу, такие добиваем, 5% остается, и трэш такой резается. Да-да-да. Нежданчик. Нам это не должно быть страшно, нахуй. Потому что мы должны прийти на вторую фазу, и там ноль хлопков, и все, и леди падает сразу, без всяких разговоров. Это должно быть само собой разумеющееся, а не то, что у нас происходит. Должно, но не обязан. Обязано и должно. Конечно, легко говорить, когда духи хлопают по 12, там, по 15 тысяч урона, и типа два духа хлопают, еще и рейд живой. Здесь тяжелее в этом плане. Из-за кто того, стоит, что... Из-за того, что духи хлопают. Один дух вайпает рейд. Где рыба стоит? А, исчезла уже. На лестнице была, да. Вот еще раз. А че они не сумонятся, что-то они в курево? Давай. Так. Блять, зубраджин нахуй. Придется тебе дамажить, блять. Натуре. Ну что у подушки, я не помню, есть спек у нее или нет. Но она в хиле. У нее хил. У нее хил. А Элем там что-то 250 и что-то. Да блять, хули у меня это сбрасывается, все хуйня. А, ты. Зубраджин, есть у тебя Элем? Говорит, на замену. Ну, замены-то нет еще. По-моему, был где-то у тебя, Леб. Ну, проще тогда бидона посадить на замену, чтобы ты тогда похилил. Ну, тогда еще ДД надо искать, ждать. А кто у нас там есть? Мордаунд, ДЦ. Седой бабай, внучок, не пойми, новички какие-то. Ну, седому еще рано. Кого-то схапало вспекать в этого, как он называется? И что получается, в три шама и башить, что ли? Бать залупа будет, конечно. У ней есть Лем 250 или 251. Она в прошлый раз говорила. Да, что мы ждем? Ну, можем начать, в принципе, в 6 хилов, как бы похуй. Хули ждать. Давай так. Хоть в ретриков спекнуть, хоть что-то, какой-то ДПС. Кто? Ретрик будет получше, чем да. Фарм. Давай спекайся, похуй. Рарника ждем. Там может Мордаун сейчас пойти? Он говорит, что тактик не знает. Да хуёво. А, ну... Тут особо тактики-то и нету. А какие там тактики? Ему только, блядь, от духов ну, уходить. Ну, духов не взрывать. Так же, как в 25-ке в обычке. Он пишет, ну давай. А, так. Костя, ты где будешь танчить? Или Слава, ты скажешь нам сам. Кого мы на замену бидона? Так, я там забыл. Кто там на боссе со мной был? Лингрен в прошлый раз, да? Ну да, когда Костя ушел.
Так, ну он тогда пускай вот в ромбике слева троих, а вы с этим, с бигдемом. Твои короче, два. Костя с бигдемом. Костя, да. Где там рарник? А вон. Ой, вот кто на замену? Мордан пришел. Вопрос, если он... в бабле взорвать духа, он взрывается тоже, а уешет? Да, конечно. Ты выживешь, а все остальные нет. Я понял. Если только в угол отбегает, да? Этот, Мордан с шипешником? Ну да. Ну давай бидона тогда свищнем. Бидон протонись, Мордан в 4 хила будем. Фишка в чем? Если ты в угол успеешь отбежать, то смысл его взрывать? Ну, в принципе, да. Ну, и может он, если в углу стоишь, он рядом. Типа, ну, чтобы не бегать, хилить, просто бабл нажал, смотришь, никого рядом. Ну, не отвлекать. Ну, это уже крайний случай. Это все равно ГП. Ну да, нахуй надо. Ты, конечно, никого не убьешь, но ГП получишь. Есть фласты на ХП. Это на пул было или на проверку? Масло там юзать, не юзать? На проверку. Так, там сумануть надо кого-то. Дайте фласку на ХП. Рарника надо сумануть. Давай, реки. Ой, дай сапрот. У меня сроками. Сапрот, точно? У меня нету регов. Мне нужна просто, блядь, обычная бич и фласка на ХП и любая, блядь, вообще. Мне ну, кажется, это, сапрот не надо тут пить. Кинь обмен. Танку можно, танков контроль не берет. А чё это? Не сумонится он вообще прям. Потому что АФК он. А. Не, прям вообще его и призыв не идет. Ничего не тыкает. Ну, забагалось, значит, да. Пусть знает. Да, не сумонит. Тысяч хп. Мать машина. Логнись. Спасибо. Да, блядь, ебать мы ждем нахуй, я хуею. Сейчас скоро трэш рейснется уже. А, сейчас дождемся, походу. Рарник. А сколько тут... хп фулл баф? У кого? Ну, да. Я хуй знает, я не помню. Че, ты думаешь, ты крутой, типа? Нет, я просто... Я знаю, что там больше, там чарки, конечно, все касались. Ну, камень в третий слот в пухе это плюс. Триня плюс уже больше. Но остальной шмот вроде такой же. Что там 260-е? Параш там, что там запа параша. Что там еще есть? Эти Т4 не апнуты. Ну а раз это еще? Вон расу посчитай, Таурен. Таурен, да. Сильная раса. Хуйня. Андет сильная. 4% хп. Хуйня, вообще поебень. Хуйня, блядь. Поебень полная. Правильно, когда с випкой 4 играешь, блядь, тогда хуйня. Да и випка все это хуйня, блядь. Да, один косарь ДПС вообще хуйня. Ну да. Ну а 4-то заебись. Так это 1% на всех вешается, каждый по одному кидает, это ну, довольно-таки хорошая. Нет, это 4% вот это випка. Да. Я говорю 1% ДПС. Рарник, ты где там? Роднинг. Начать не можем. Что, дискотеку вам поставить? Не, не надо. Заебали со своими масками. Ну, сейчас начнем, блядь, и хилить кто-то не сможет. И вайп сразу. Можно еще эту поставить, как она хрень, которая в Черную гору отправляет. Ну это вообще топчик. Прям в босса, вот ставишь ее прям в босс. Да-да-да. Поставить? Все, милики все улетели, да.
Сферы вокруг сфер. А что-то я не понял, он то, блядь, в Даларане, то Альтеракская долина. Кто? Он что вообще делает? БГшит, ебать. Угу. Ты серьезно, что ли? Бля, приплыли, блядь. В смысле БГшит? Ну, он был сначала в Даларане, теперь Альтеракская долина, локация. Ну, на БГ он, да. Приколись, что ли, блядь, или что? Шем дует власть, которая и не снилась моему отцу, блядь. Ебать, мы ждем уже полчаса. Нахуй вы паровозы ставите? Вообще непонятно, что с рарником. Обычно самый первый в рейде. Уж он звук выключил. Поменяйте на беду, но давайте сделаем трай, чё вы? Давай. Давай, бидон. Субонься. Не в то время решил. Рарник хоть в Дейсе. Только рарник, мне да, вот интересно, рарник, кто будет... Рарник написал 5 минут сейчас. Только кто будет хилом из вас шести? Из... А, пятым просто его ебанем тогда, да? Давай, похуй. Он написал ГП. ГП ему? Я так не понял. Просто значит, не Синтек, твоя луна, Равист, твои треугольники и мои квадраты. Вот метки, где мы будем стоять на второй фазе, это наши зоны, вот. У Синтека, соответственно, квадрат Луны, вот этот вот, вот это место, у Рависта треугольник вот здесь стоит. Я в квадрате там право-лево бегаю. Кто-то муфнулся, блядь. Еще раз дайте шкаф. Блядь, что за пинг? 7000, блядь. Давайте без пингов, ну. Ребятки, выключай порно. Не качай больше. Ну, хорош там, блядь. Три шипы, три роги на боссе. Потом чё? Вот где ромбик, там играют два лока, три совы, маг и хант. Так, сейчас я попробую мобильный нет поставить. Что-то у меня какой-то пора. А со стороны, где четыре моба будет в кружке, там играют все эти. Кто там? Ретрик. Сколько там у нас ретриков? Один ретрик, один вар. Что-то маловато. Два ретрика, один вар. Гримзол. 4 человека. Надо еще сюда ДПС добавить. Ну, короче, вот со стороны ромбика убьем и свичимся, помогаем в этот. Совы, Локи, маг. И свичимся, помогаем в это, в кружок звезду. Теперь Синтек вылетел. Я сейчас на мобильный переключился. У меня что-то Wi-Fi не работает нормально. Блять, лучше бы в дикон зашел. Его проклятие на меня передалось. Ухо. Ну вот сейчас нормально, 170 пойдет. Ну попробуй быстрее, посмотрим, как будет. Дрип-поток, ты тут? 8100. Там с бафами разберитесь сразу, чтобы каски, хуяски, все это было. Желательно, чтобы вы знали, что если на ком-то нету бафа, чтобы его сразу обновить. Когда челик падает, встает. А, заебись, то один чилит, то другой, блять. Я понял, блять. Раздавай ГП. Че за чил, блять? Вредишь. Бля, ебать, Синтек. ГП, походу. Где там? Синтек. Да, я здесь, алло.
Ты в игре? Нет. Ну а хули там у тебя? Ну чё у тебя там, говори. Пинг? Пизда, ебаный в рот, блядь. В натуре, блядь. Я хуею, блядь. Это пидоры, которые ему этот... Ну он вылетел. Кабель, видать, дёргает. Да, нас насрали там на кабель, нахуй, походу, блядь. Перед проверкой, блядь, чтобы Макс не играл, нахуй, Вовку. Зашёл, не лагает. Не знаю, сейчас загрузится. А он призван зашел. Призван, нахуй, понимай. Давай, кого свичаем? Бурибая, наверное, свичнуть, да? Или кого, блядь? Миликана. Хуей, 3500. Ну, Бурибая, наверное. На призана. Ебать тебя кидает. Это пиздец разъёб. Кого кидает меня? Тебя, блядь. А чё со мной? Тебя шторит, блядь. Может, лучше фарла поменяешь? У меня вот Т4 нет, это... у него есть. Он больше даст ДПС. Ну вот сейчас вроде нормально. 5300 показывает. Этого? Да. Фарла с Бурибаем, да, поменять? Да, ну, да. У него ретрик получше, чем у меня. Если ну, тебе холипал не нужен, давай. Потом будет, то лучше меня поменять. Ну давай, да. Тем более тебе что осталось-то полтора часа. Угу. Заебись, блядь. Брат, заебись, действительно. Призан уже тут. Маги, поставьте столик, пожалуйста. Да, кстати, дайте столик. Сейчас вроде нормально. Давайте строить, пока не поздно. Жрите рыбу, кто не пожрал. Все готовы? Даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Два приверженца. Ты не в сил противиться моей воле. Приверженцы справа, помогите. Чё, будете бить трэш? Во-во-во-во. Она страшно умирает справа. Свищитесь кто-нибудь. Нет, ребят, подождать. Я потратил дрипша, чтобы сбить каст, и еще будет приверженец стоять на лестнице. Ага, каст убиваем. Да что за поебень, блять? Что-то вообще какая-то хуйня, ну.
Не, то, что вы на боссе сидите, это хуйня, блядь. Тут трэш бесконечный будет тогда. Его просто не бьет никто, блядь. Ну, на шопа, минус. А нет варника, минус. Три вара, что. Да похуй на этих варов, блядь. Опять три приверженца будет справа. Кастует сразу же, блядь, уебок, да. Перерожденный появился. Я освобождаю тебя от проклятия плоти, мой верный слуга. 10% один. Второй трэш. Поднимите. Ну давай, чё, два БРа, Равист по два носка, а Синтек по Бурибая. Ну посмотрим. Трэш заливайте, и у босса 600 тысяч. Прими это благословение и покажи чужакам мощь нашего господина. Ты не в силах. Вот этого моба надо. Забери в поле, блин, я пошел босса ловить. Ну смотри, вот он просто стоит и расстреливает рейд, всем похуй. Еще один трэш. Да, да, ложитесь. О, перевели. Это хуйня какая-то. Три пака просто. Вы как-то хоть сбивайте мобом-то, блядь. Я вообще, ну, я не знаю, как вы играете, блядь. Тут, ну, я просто нажимаю, я не знаю, блядь, кнопки какие попало нажимаю. Я почему-то 7-й по ДПСу, блядь. Не, это хуйня полная. Давакин 4-й по ДПСу. Как будто вы не дамажите вообще никак. Ну, мордаунт вроде не сдох, а ДПС пиздец. Нет, тут другие люди нужны. Совсем другой какой-то сетап надо. Духи обычные, кстати, что-то патч не валю. И что-то не патч не работает. Не, у меня работает. Я просто работает. Работает. Как вы сделали, еще раз объясню. Ну ты заходишь, обновляешь игру. Вот я зашел, я не заходил в игру. Я зашел, там 160 мегабайт патч. Я его обновил, закрыл лаунчер. Патч вставил в папку дата, зашел в папку дата, открыл папку руру, туда закинул патч, в патче поставил, отменил чтение и запись, и все, и у меня все работает. Зашел через RAR и при этом закрыл лаунчер, все, то есть лаунчер должен быть закрыт. Потому что лаунчер, он как только появляется обновление, он сразу загружать начинает. Тут RAR, да, он типа лишние патчи удаляет. RAR-ник тут? Не качнулся. Ну, в ледяной короне пишет. Пускай мордаунт почилит тогда. Ну, придется снимать вас с босса, наверное. Так мы нихера не дадим на трэше. У нас пока эти яды настакуются у мобов. Значит, шпшников. РДД? Войт, можно вопрос? Может, ты оставишь РДД на леди, и мы просто свечим всех приверженцев и заливаем сразу опять в леди? А милишников ты оставляешь на трэш полностью. Нет? Может так попробовать сделать? Да ебать, мы как только не пробовали. РДД. Как только не пробовали. Ну, РДД, знаете, мало. То есть я вот мы сейчас слева залили трэш, справа он не убитый. Я тупо встал справа трэш бить. Ну, не хватает урона просто справа. Очень сильно не хватает урона справа. Либо кто-то хуй забивает и не бьет, либо просто, ну, так вот сейчас поставлены люди, что справа, ну, вообще не сливался трэш. Шкаф дайте. Давайте сейчас попробуем два носка, мистери и синтек слева побьют, вот все втроем. Если что, если нам будет что-то плоховатенько, сразу просто назначим какого-то одного-двух человек, и к нам, если что, помогут. Ну и дальше будем так продолжать. Если не надо никого, будем все успевать, мы просто будем сидеть на этих... Шкаф, давайте. Шкаф, давайте. У вас что, камней нету?
мистери. Что, у меня все есть. Ну так дальше как? Не... Захожу, захожу. Значит, из биликов кто получается? Рарник, Буребай, Настресс, Призон. Вот эти 4 милика. Еще Давакин, ты идешь... Буребая на... нету танка, слышь. Не знаю. У него хил. Вы в пятером бьете вот здесь, где кружок звезда. Так, а мы когда 3 совы, 2 лока, маг и элем... А бидон. Бидон в огре. А здесь Мардаунд. Мардаунд, иди портанись куда-нибудь. ШП слабенький, лучше хил пусть будет. Мардаунд тут нет? Что он АФК? Да, он уже вышел. Да. Еще раз, значит, звезде в кружке бьют на стресс. Рарник с Бурибаем. Призон. Давакин. Вот эти 5 человек. Вы там всегда бьете. 4 пачку, вот это 4 моба. Трэш. В первую очередь приверженцев убивайте. 3 совы, 2 лока, маг и гримзол. Мы здесь в ромбике уничтожаем трэш. Сначала приверженца центрального, потом 2 фанатиков. И потом поворачиваемся, помогаем 4 моба, где находится. Ну, на боссе получается еще 3 роги и пэса с меловицей. Ну, там если есть возможность какую-то дотку кинуть или сушение дать в 4 моба, тоже не лишним будет пэса и меловица. Вот давайте так попробуем. Нет, сливайте трэш точечно, нахуй, трэшник. Не надо его там, блядь, ауешать там дождями, блядь, с этими там ауехами. Просто хуярьте точечно его и все, чтобы, блядь, не стрелял. Я просто смотрю, вон у Ханта там залп кастует, нахуя-то вообще. Ну это она не дамажит, это способность у тебя вообще. Просто убей точечно людей и все. А у него только Яна и бьет еще один спел. Дело пошло. Пошло у нас. А, ну вот рарник пришел, рарник пришел, не страшно было. Коп, рарник молодец. Трэш. Блять, ебаный каст, пизда. Трэш.
верный слуга. Сейчас по боссу на 5 секунд подольше побьем. После следующего трэша будем переводить. Еще лямчик. Помощник появился, знаете, трэш резается. Че, трэш убиваем? Да. Не-не, я говорю, помощник риснулся, он видишь. Ты фанатика там забери. О, вы что, перевели, что ли? Да трэш, я говорю, он вестник смерти еще бежит. Ой, блин. Ебать, три пачки трэша просто. А что, трэш резнулся? Да, трэш. А, понятно. Хорошо, так, хотя бы не на 3% босса, да, скажи? А, помощники, короче, резнулись. Ну да. Что там у вас, где 4 моба нормально, мобы сдыхают? Отлично. Неплохо, да. Лучше, чем первый трой. Так, а что у нас там совы? Еще немного времени остается почилить. Какой чилить, босса бей? Ну, трэш резнулся. Ништяк вообще. Танки, пока добегу, блядь, мне надо обратно будет бежать. Блядь, что-то столик тогда просили, я что-то не взял, блядь. Ой, помощника отведите. Заберу, да, но я ему буду помочь. Че он, блядь, меня пиздить идет? Дамажит. Хочет тебе по лицу дать просто. Дайте столик пока что. Вы у нас как прибежишь? Нет, к этому выходите.
Обаяшка. Красиво. Стол ставлю. Так, баб свое. Рыба стоит. В следующий раз, если поеду, такая хуйня будет, надо просто обновлять тени, заходить, чистить трэш. Сразу, чтобы он не появлялся. А, типа, если обновить инст, короче, трэш обновится, да? Ну, по идее, да. Ну, вообще-то, вообще-то нет. У него 24 часа обновления у трэша. Раньше 24, а, он, на, он не резнится. А на репофарм как-то, да? Репофарм, так КД не получаешь же. А, КД не получаешь. Ага. Ёбаный в рот, блядь. У меня тоже каски нет. Либо пристань, пожалуйста, каску. Вы долго. Полипауру заняли, они бафают. Ну да, есть такое. Так ты бы. Кого нет? Как что? На ком нету? Ниже вихри от вас, друиды. А вот, опоздали немножко. Стопайте по боссу. Следующую пачку трэша ждем. Услышали? Уберите
Локи, нахуй, я вижу, что вы кастуете, блядь. 500 тысяч босса, пачку трэша убиваем сначала. Кажется, вы босс успели перевести. Мне тоже кажется. Контроль сейчас. Секунду. Контролим. Могу законтролить. Мобов добейте и переводите. Иди на это на босса беги, оставь палу, трэш. Босса переводите. Все, фулл ДПС. Трэш. Трэш помогаем. Ёбаные лаги нахуй. Ну фанатик гуляет нахуй. Это. Костя. Духи под боссом. Так я на боссе. Кто на боссе? Кто тебе сказал такое? Пизда, он сейчас меня разъебет же, блядь. Да ёбаный в рот, блядь. От духов бегите. Иди на босса тогда. А, контроль, блядь, сейчас разъебу. А, почему? Дух на лестнице. Джубраджин, нахуй. Беги, беги от меня. Дух слева. В центр идет. Все, просто не ловите духов. Трэш заливаем. Spirits. Дух возле трэша. Spirits. В миле идет аккуратно. Фанатика, помогите слить. Там трэш 3 секунды. И за агро смотрите. Нет. Вы хоть у тебя Оман есть? Биг Дэм, называй хоть кого там напуливать. Пессу он гоняет всех по агро. Надеюсь, вы там сами понимаете, когда на кого напуливать роги, блять. Я сейчас меньше вам что-то говорю, потому сейчас что, блядь, уход для трэша. Напуливаете. Сейчас на мне стаков нету, напорывайте на ДК все. Контроль даем. Самое главное контроль. И от духов отбегайте. И обновляйте вихрь контроль. Spirits. Дух в мили. Босс на мне. Так, мистери, да, СС по войду, а дримботок от босса. По синтеку. Там минутка когда будет, чтобы он дадите СС. Да, дал по синтезу. Да сука, пидоры, ну не хлопайте нахуй, уёбки. Так, контролим. Сначала после контроля я с ним. Там. Какой нахуй противный был, блин. Значит, я ресую спирита, ровист ресни штопу. Синтек у тебя бы ранее остался. Зыбки с лягушком. Массовый всю хуйню по КД нажимать. Рибов порогом. Сейчас на поле выйдет на паладина, на Ленгранта, и можно и дать интервейн там по мистеру Лэнду, чтобы он там. На стресс хуярит. Вмешательство по мистеру Лэнду. Он не знает, может, английский, ты говори и по-русски. Да, знает он все, гладиатор. А, ну если блядь. Знает, то ладно. Трэш, помогите. Контрольный. Духи справа. Еще время есть. Пару минут. Два носка можешь агро сбросить. Да как ты сдох нахуй? Я его убил. Дох возле трэша, один и второй. Этот синтек ресы. Дух побежали. Станешь миловиться сразу. Да вы пидоры тупые, ну не хлопайте нахуй. Буребай нахуй, разуй глаза, блять. Песо, фанатика, долейте. Короче, играем так. Там новый трэш справа. Потому что тут не долили. Идите на трэш. Контролим. Расфиряйте. Сверните войду. Сука, ну не сыпьтесь нахуй. Ну как-то хильтесь, блядь.
Блядь, пиздец, подушка, нахуй. Я хуею. Вы слепые совсем, нахуй, или что, блядь? Духи побежали. Пиздец, хлопайте, как уёбки какие-то, блядь. Как будто вы их не видите. Два ебаных духа, блядь. Каждые 10 секунд появились. Вот, появились и отбежали, нахуй. Рависта БР есть, может поднять кого-нибудь. Нету, какой я сдавал. Они сдавали все. Сейчас на пол откатятся, на пол выйти на пол один сразу. Песа тоже агрос пунсим, так. По песу можно дать это вмешательство. Как вы заебали уехать, блядь? 2 минуты до бурсы. Пока еще пару пачек можно убить. Spirits. Угу. Так, пол забрала. Spirits. От духов бежим. По леди побольше играем. Ну, просто вара стерли нахуй под боссом, блядь. А, никого, это спириты стерли. Spirits. Дух под боссом. Трэш, вон тот последний добиваем, и у леди фулл ДПС и нашим. Не знаю, нахуй. Не знаю, куда. На пола надо кашника давать. Все, по леди только играем, Spirits. И все. Сколько там? Минута 10. Главное духа подбирать. Сейчас контроль еще, надо законтролить людей. На пол и по ДКшнику. Заберите приверженца. Борибай агро. Танка убили. Трэш пошел. БР потом. Да. Никакой нахуй БР, нету БР, блядь. Давай, под босса, под гриппа. Да хера миликов, блядь, они кливают. Ложитесь. Spirits. Ну я тебе что сделаю? По рейду бегает, блядь. Уже все. Spirits. Гримзол, ты что, духа хлопал? Гримзол, ну, получается так. Нихуя себе. С боевым крещением, это не охуели. Охуею, блядь. Сейчас все умрут, у меня камень есть. Только вынс не заходите, секунд. Пока этот бой. Ладно, я тогда тоже быстренько после. Да. Мне показалось, Боревай хлопнул нахуй. Костя, надо кнопку перестать. А ты стоишь ДКшником, и получается ты на трэше. Потому что если с твоей стороны трэш уходит, ты его цепляешь. Если с моей стороны трэш уходит, я его цепляю, ты подходишь и переагриваешь. Я понял. Если по-другому, если ты хочешь на босса, давай я с ДКшником постою. Костя, это кто? Костя, это Холи Дринг. Ну, Лингрин, ты танчил на боссе со мной нормально, мне все понравилось. Типа, ты танчи босса. Холи Дринг на трэше. Не, как... все, не, мы вначале просто не разобрались, кто типа на трэше. Это помню я. Как вы вначале, как вы проебали Холи Дринга, блядь, как он сдох на трэше? Что там, блядь, не отхиливается, или что? Не прохилили. Там вот этот последний трэш, когда не бьют, надо кайтить его через секунду. Этот, смотрите, когда добивать будем босса, там помогайте Холи Дринку. Что там можно сделать? Можно каток разлить, каток хантер зальешь. Два носка можешь приморозить и съебаться. Что там еще замедляющее есть? Ну, тотемы можно замедление въебать, чтобы он кайтил вокруг них нахуй. Я просто на предыдущей пачке уже сдал сейвы. И на духов сдавал же шмассейв. Проси зубы. Частицу с него не проебите. Ищит земли на нем. Кто там со скиллова удержит? Давай ты, Зубраджин, по скиллованию. Ты конкретно следи за Холидринком на нем, чтобы твой щит земли был. Вроде все заебись, но вот эти три хлопка духов... Мне показалось, что Буребай хлопнул. Ну-ка, получи урон, сейчас гляну. Или он что-то другое такое сделал? А вот мстительно, а нет, это просто он получил урон. Бля, Войт, вопрос. Не круто 200 гп давать за дух? Ну даже двух там подушечка хлопнула. И что? Типа рейд. Ну, за каждого духа по сотке.
Хуй знает, я просто, ну, в моем понимании, типа, если упал рейд из-за этого, тогда да, ну, типа, то, что, ну, нахлопали. Мы из-за этого и упали. Мы из-за этого ну, и упали. Ну, я упал из-за того, что тебя не законтролили, ты мне въебал гневом. Я из-за этого упал. А, ну, остальные не знаю, как посыпались. Ну, просто, ну, я ничего не хочу сказать, ну, просто, мне кажется, типа, ну, два духа, блядь. 200 я тоже вот ничего нет. больше не хочу сказать. Ну, мы же вчера еще обсудили, что самое главное — это духи. Ну, еще... я думаю, человек не, ну, не заходит, типа... Я думаю, надо это самое... Бидон, ты тут? Надо просто пожрать рыбу, наверное, и начать траить. И потом уже подумаем после рейда, там, когда-нибудь другое время. Надо, блядь... Подумаем, это... когда леди убьем. Да. Сейчас нельзя думать, сейчас противопоказано. Давайте. Подушка, ты тут? Ты поняла, в чем смысл? Зайка. Я все понимаю. Все, постарайся. Нет, нет, духи просто... Ты за мной два, я не успела бежать, я кастовала там. Лучше бросай косты, пускай весь рейд сдохнет. Просто бросай. И смотри, на такой момент, когда ты бежишь, оставь вот эту, как сейчас я скажу, в талантах у тебя есть... Вот, природная стремительность, вот эту хуйню. На удобную кнопку поставь. И вот когда ты бежишь от духов такая, хуяк нажимаешь одной кнопкой эту природную стремительность и другой кнопкой цепуху даешь в челиков. Ну, рейд же постоянно просаженный. Вот. Бидон, блядь, ты где? Не забывай, что нас пять. Если ты даже не хилишь одна, другие хилят. То есть, ну... Ну да, это факт. Бывает, да, ты такой, блядь, до последнего. Так вот сейчас до косту и убегу. Вот хуяксы еще из рыбы. Бетон, давай быстренько, жри рыбу, резай ману, блядь. Это, принимайте готовность сейчас еще раз. Че по СС у вас, сколько КД? Леха, по шаманам, ой, по локам, да, и угу. Сколько у вас там КД СС? Ой, сейчас я... Ну, так вот, поле-повер освободил бы. Короче, дримботок. Ладно, как скастуете там, не знаю, или на следующий трай. Или скажете, что есть СС. Я в синтека сразу банку даю, все. Это кто, дримботок? Да. Ну а мистери тогда войда дашь. Все, как давали, так и дадим просто еще. Ага, все, проверка. Призен, подушка. Бидон. Блин, у нас нету ауры ГДК. Каску шаманом надо. У нас шаман. Блять, вот, блять, 5 палов, вот вам въебать? Нету. Кто с палов может бафать каски так, чтобы, сука, мы их не ждали нахуй полчаса? Давай, нахуй. Я буду. Давай, бафай, короче. Кто кулаки? Кто кулаки сейчас бафает? Как вы заебали? Я уже разбафал всем сейчас, каски, если сейчас кого-то будете... не было. Блять. Это долго, это так не должно быть, блядь. Давай, все, я на касках перебафлю, чтобы все было. Тебе 5. Будете нахуй вдвоем бафать каски, или втроем сейчас третьего подключим. А кулаки на МП5 есть, там вон два пала, блядь. Все, все готовы, дает счет. Пизда, блядь. Завязывайте нахуй. Взорвать. Ебаные лаги, блять. Ну да, что-то, блядь, какое-то понял, серф, что ли? Сирус, одним словом. Не троллим людей. Луну нахуй, вихрь, ну быстрее. А вот. А, БТС отключил. Ярим сильнее, блядь, веселее играем, блядь. Трэш вышел, пошли трэш. Контроль сейчас будет, готовимся законтролить. Контролим людей быстрее. Носка от испуга. Нет, это в контроле. В контроле. А, это контрольчик? Угу.
после этого трэша будем переводить босса. Сейчас трэш играем, дотаем босса по максималу и трэш по максимуму хуярим. Он там приверженцы. Все, пока люди в контроле, босса фулл ДПС переводим. За контроль дали вихрь и фулл ДПС переводим. Надо успеть перевести. Уровня скина. Фулл ДПС. Готовься, иди на этого. Да, иди на босса, быстрее ЛПшки кидай. Быстрее кидай. Да ебаный в рот, нахуй, ну сука. Говно, блять. Где нахуй? На пул, на ДК. Где ДК? На ДК сделай. Духи здесь побежали. Да, ЛПшки нахуй как могу. Спирит, блять. Значит, вставай. Spirits. Бегайте от духов. Вставай, за хил спирит. А, контроль. Че, ебанусь их. Вот чё там, блять, ревностный сработал. Паладины, это, хулидринка, хильте получше, хилы. И шаманы. Чистится на нем. Я лечу, мне еще перебежки надо. Это, не хлопайте духов, у рейда пол хп нету, блять. Все, хуярим. Трэш новый вышел, блять, старый не убитый, блять. Перебегай заранее. Трэш в рейде, фанатик в рейде, синтека бьет, блять, забери. Ай, блять, я ебу нахуй, ну. Не хлопните только. Бежим от духа, вон, на лестнице. На пол, давайте по паладину. Контроль раздаем. Блять, да где ты, блять? Убежали, убежали, убежали от духов. Подушка, блять, ну пиздец. Я тебе про это и говорил, блядь. Вот как сейчас с вами нахуй играть, блядь? Лестница дух. Бидон встал. Рави стресс их историю. Один дух только БР. Один только БР остается. Больше не падайте. У нас Гера еще есть. Ну давайте Геру, блядь. Духи побежали. Дух под боссом. Под боссом, да. Дайте рибов по руке. Даем лапки. Духи возле трэш. Контрольте людей. На пул давайте по ДК. Ну, Старилен там маленечко урон под. Побежали. Блять, а по трэшу кто-то играть вообще будет сегодня? РДД, помогайте по трэшу, на блять. На пул, на ДК. Ант, не вижу твоего на пул. Дух под боссом аккуратно. Духи опять под боссом идут. Spirits. Можно это вмешательство, да, поэтому по мистере Ланду. Мистере раскол нажми, блять. Какое вмешательство? Ой, я уже нажимал. Побежали. Я нажимал уже. Все, тогда давай. Ну, стресс. Сейчас давайте сослили. Подушка, ну ты так всегда будешь стоять, нахуй, или что, блять? Подушка, уйди куда-нибудь на лестницу, не хиль. Ты хлопаешь духа. Лестница, лестница. Тук трэшу. Не зипка, да. Милики, идите на приверженцев. Они. На полу попало, не вижу фантовского на полу, опять же. Блять, а, я вижу, понял. На вен, прожми что-то, захилься, бабл какой-нибудь. Ну трэш, помогите, блять, вот эту приверженцу убейте. Дух прям под боссом. Фанатика вон, задотайте, блять, чтобы он умер. Все, босс играем. Мистер лежит. У меня БР есть. Дримботок, сука, разуй глаза, нахуй, ты хлопнул духа, блядь. Spirits. На пол надо кашником, давайте все. Spirits. Инра, раздавайте там по хилам. Кого маны будет. Анка, прохильте. Говори какого? Хулидринка. Spirits.
Давайте этот миловица на ману гид. Да, прям под босса, да. Тотемы ставьте все шаманы. Если есть. Фанатик стоит там, это там новый. Трэш, помогите, 4 моба, блять. Контролим. Кулидринка не уроните. Бах. Сова. Зубраджин это был. Помогите, трэш. Все, что там у босса. Еще пачку трэша. На пол это... Попало. Блин, да. Spirits. Вот эту пачку трэша убивайте еще. Spirits. Вводят лестницу. Контролим людей. Обновляйте вихрь. Spirits. Дух прям под боссом. Все, фул по боссу играем. Этот Spirit. Трэш следующий не играем. Отведи куда-то, бежим от духов. К лестнице куда-то отведи и фул по боссу играем. Трэш просто перекатишь. Как, ну, 6 мобов соберешь. Дух под босса идет. Милики, смотрите, не хлопните. Не зыбки всю хуйню по КД массы выдавать. Контролим людей, чтобы их на не убили. На пулы попало на пулы, дайте. Сейчас они с контроля выйдут. Бежим. Холидринка. По боссу фул хуярьте. И не хлопайте духов. На хп там, если что, сдадите, если просядет рейд присты. Приверженец какой-то под боссом там стоит. Ёбаный в рот, блять. Холидринка, не уроните. Дух прям под боссом, блядь. Холидринка, не уроните. Один хил с холидринком, бегай. Отводи подальше от духа. Дух прям под боссом. Сильнее по боссу уже, хуярьте, давайте бусты там, банки выпить. На полу надо кашлять. Уронили. Давай войско, Бигдэм, давай, дашь войско. Блять. Ну так, ну, как откадешиться, Даш. Бейте босса, да, блядь. Приморозьте трэш 2 на скай. Иди приморозь и бегайте от него. Этот. Замедление какое-то дайте. Лям, да бейте. Кто а там живой? Лингрен, да, если что, бабл отдаешь. Если есть. Не сдохни, Лингрен. По себе руки 250. дай. 250. 200. Синтек, живи где-то в стороне. 60. Там, Давай. Ей. Стол просто забил. На колено. Пиздец, я ебал. Я пока поставал, ебаное войско, у меня дух вырезался. Ну, ГЦ хули. Духи они. Они на, у них рейтинг на арене у духов 5000, если что, нахуй. Они знают, в кого лететь, нахуй. Ну, правильно. Стоп, мы вдвоем с Рогой выжили. Два Роги. Да. А в меня последний фростболт пролетел. Ну, три пачки трэша на одного танка, это жестко. Да. Я не заметил, сколько там до берсы было, но сколько там было, кто-то заметил? 30 секунд было. Ну, в принципе... А ты посмотри, сколько бой длился. Можно было еще пачку, но бой 9.30, раз 30 секунд до берсы. Ну, все, значит, 15 секунд до берсы осталось. Ну, там как бы подушка хлопала по КД, но за этот трай ГП не будет, так как убили. Подушка хлопает. Вот, если бы подушка не хлопала, там тело бы, которое лежало, оно бы било весь бой. Ой, глянь, я хлопнул, нет, интересно, просто Дван за мной бежал. Все. Ну, если ты от них убежал, что ты хлопнул? Просто меня дэмэджем каким-то залечил. Все, по танкам распределяемся. Да, пожалуйста. Лингрен в танке. Да, Лингрен в танке, Холидринг пускай дамажит. Сейчас мы перезайдем обратно, сейчас я только заберу с босса всю эту хуйню. Где босс, блядь? Отойду поссать тогда. Да, идите, покурите, блядь, перекурите эту хуйню. Уточни, могут два духа на одного лететь, да? Да. Нет. Смотришь, ты отбежал такой на несколько метров, в стороны побегал. Если он дергается, дух, значит на тебя. Да я вот именно, я от одного... Я смотри, от одного убегал, а второй смотрю в лицо ко мне. Я не понимаю, это на меня летит? Дух не может выбрать одну цель. Два духа не могут выбрать одну цель. Окей, значит все отлично.
Сердцекол надо кому-то? Можно потестить только его и все, а так носить на постоянку. Кто он какаха, блядь, полная? Кто это говорит? Ребят, здесь 30. Какой тест? Здесь по ЕП, ГП. Да ты посмотри на это даггер, какой его за фул ГП. Не, не за фул ГП, конечно. Кому не надо, тот заберет. Ну, ПВПшный же считается, по-моему, да? Да как и не билунг тоже. Билунг, по-моему, в ПВЕ не носит из-за того, что статов на нем нет. Ну да, там чисто валькиры. Так, ну этот грудак, это поебень. Вот видите, молодцы, ребята, добили. Подушечки ГП не засунули. А сколько там не было? Так что спасибо. Нет. Не было. За этим следят жестко. Так. Короче, 4 человека нажимают сотку на этот, на посох. Ой-ой. Бля, это я. Есть тут танк? Хил. Ну, из вас. Из вас, ну, так как Зубраджин редко играет, и он в хиле. Остается. Ну, Синтек, он тоже, как Эрдру, больше. Сакри, что... ребят, бейте, бейте, не стойте, бейте. Да, может попросить Рейвист. Мне есть предложение. Одна гильдия согласна отдавать мне андролом осколки. То есть я буду собирать их независимо от вас. Ну, не два носка. И при этом смогу присутствовать на всех РТ. Я тебе отнял ГППСа. Этот самый. Два носка, что скажешь? Да мне похуй. Два носка, очень благодарен тебе, буду честно. Не, ну типа, главное, чтобы без претензий. Ты, ну, на следующее КД я тебе тогда закину. Почему-то мистер иди нажимает. А что мне нажимать? У меня ДС-а нет. Осколки когда я там буду собирать? Там, в следующем году. В принципе, по очереди все позалутаем. Так, Биг Дэм, ты заходишь на этого, как он называется? Я уже зашел, да, я плюсик уже поставил. Большое спасибо. На носка. Сейчас. Воин, можно я после 40 хила? Я не хочу дамажить. Я не умею. Сейчас разберемся. Тут тоже убивает. Все. Тут тоже комбат. Вот это комбат. Комбат. Везде комбат. Надо чистить. Тут Старфоу подавали, так что везде комбат. Так, кто там? Синтек на Айрелла пока что. Если перезайду.